В минувшее воскресенье в городском парке города Слонима в рамках недели культуры состоялся второй районный фестиваль национального творчества «Сябровство без межей». На торжественное открытие мероприятия вышли представители белорусского, русского, украинского, тюркского, польского подворий. Впервые участвовали в празднике цыгане. Многие люди, представители десятков национальностей и народностей, дружно живут на нашей Слонимщине, уважая местные традиции и сохраняя свои. Этот симбиоз только обогащает общую культуру. Каждая народность представила свое подворье с традиционной кухней и подделками. Тюркскую диаспору представляли в основном учащиеся медколледжа, приехавшие на учебу из Туркменистана. Откуда приехала? Из Туркменистана. Ну, знаешь, что учишься в нашем медицинском колледже. Да. Скажи, пожалуйста, вот такие праздники у вас проходят? У нас, да. Ну, редко. Интересно тут. Первый раз тут или нет? Нет, уже третий год. Мы участвуем второй раз этого. Нравится? Да, нравится очень. Что больше всего, скажи, пожалуйста? Больше всего ваша культура и национальность нравится. Главная сцена парка была предоставлена мастерам песни и танца. Каждая диаспора демонстрировала национальное искусство. Особенно публика приветствовала дебютантов фестиваля цыган с их многоцветием в одеждах и зажигательными танцами. Дорога лентой кружится, на ней как блюдце лужится, в ней небо отражается, здесь лето начинается. Эх, как хорошо у меня на тошке душе стоя. Ой, мама, что в музее, кремяли не во дне, я кремяли не во дне. Ой, что будет? Ой, мама, что в музее, кремяли не во дне, я кремяли не во дне. Ой-ой-ой, а в огороде помидоры, 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 черные божи, углядоры, углядоры. Ой, мама, что в музее, кремяли не во дне.
хотя в парке было не очень много зрителей, тот, кто увидел воочию фестиваль, не пожалел, ведь истинное искусство и традиции многих народов в одном месте увидишь нечасто.